Я не фоткаю, я видео записываю. Напоминает мне мое детство. Я не успел заснять. А, вот сейчас засниму. Поставь руку на... Да, во-во, рука дрожит, да. В детстве в автобусе, когда я ездил, вот так у водителей, у мужиков тоже рука дрожала на передаче. И вот я еду с тобой, и мне напоминает это мое детство. Я засниму немного автомобиль, в котором... Это же считается крутой автомобиль. Марка известная, видишь? На руле. А что знак? Под 20-ку что? Ну вот, смотри. Какие иголки, мотор так работает. Когда еще, смотри, как у тебя рука дрожит. Друзья, смотрите, какая машина. Я не мог это не заснять. Вот так форточка открывается, видите? Но наш друг Коля, он бы эту машину бы заценил. Он бы сказал, классная тачка, мотор хороший. Вот, зеркала боковые. Вот я. Вот так вот я выгляжу в этой машине. Вот так Илюха выглядит в этой машине. Да, тебе нравится автомобиль, Илья? Да, очень. Хочешь передать привет или посоветовать? Очень отвлекательный. Если хочешь доехать, нормально. Это еще внутри, там я не показал, надо будет показать. Я делаю вид, что я водитель, типа, здесь, а сам еду и не знаю, что дальше. Какие-то штуковины там с проводами. Вот, двойные эти есть. Дрыгал. Да, даже USB есть, куда втыкать, видите? Давайте посмотрим немного на дорогу, а потом я вам покажу, что там продолжение автомобиля. Я вам покажу, как она выглядит снаружи, такая машина здоровенная. Видите? Ой, чуть не упал. Посмотрите на нее. Колеса такие двойные. Обалдеть. Посмотрите на нее. Ржавчина. Да? Смотрите. Какая машина. Вот бак. Открытый. Давайте посмотрим сюда. Посмотрите сюда. Это центр управления. Видите? Колесо на всякий случай. Запасное. И вот управление, видите? Вот такой пульт здесь. Телевизор. Вот, смотрите, и гудит здесь, непонятно, что гудит. Инструмент, все как надо. Розетки есть. Может быть, это маленькая атомная электростанция? Посмотрите. Точно, похоже на маленькую атомную электростанцию. Тут можно сидеть и переждать, как говорится. Вот такая тачка. Обалдеть. Видите? Звери. Звери, а не тачка. Ну, вот посмотрите, цены в Германии на топливо. Вообще на Германию, вот посмотрите. Вот такая симпатичная Германия.